В общем, прервалось. Если удастся, так удастся сказать пока. Ну, в общем, это весна осенью 24 и далее. Прелесть. Такой прозрачный. Совсем отличается от дивы оригинала. Но зато такая красота. Посмотрите на флакон. По-моему, автор флакона Серж Мансо. Надо проверить в интернете. Ну, вот эти резьбинки, вот эти вот, как будто складки платья. И еще один из прозрачных, возможно, но я еще должна сделать обзор. Дело в том, что я его так только понюхала, мне показалось, он прозрачный. Но я хочу сделать из него, о нем, вернее, из него, о нем отдельное видео, ну хотя бы маленькое. Поэтому вот так. Оставлю как тайную загадку, потому что здесь есть жасмин и кедр, а это вот прозрачность в моем понятии. И причем не просто жасмин, а голубой жасмин. Вот, прошу любить и жаловать. Вот такая вот у меня подборочка организовалась. А все из-за того, что я набрызгалась вот этим ароматом и сижу кайфую. Declaration insouciance. Carelessness. Беззаботность. Желаю вам быть беззаботными. Любите себя. С вами была Сева Баттерфлай, серебряная бабочка. Всего самого-самого хорошего. Пока-пока, я полетела.